И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересная инди-хоррор-игра. Короче, она вышла недавно, она от русского разраба, и в принципе, они очень хорошие отзывы, так что давайте посмотрим. Я знаю, вы любите инди-ужастики, так что поехали. Новая игра. Так, значит, что у нас есть? Русский, английский, какие-то еще разные языки. Качество я оставлю такое же, в принципе, сложность мы поставим пока легко. Враг движется медленно, обзор врага сильно ограничен, слух врага сильно ограничен, враг больше шумит, 6 жизней и 3 сохранения. Тут есть, оказывается, еще и сохранялки, отличненько. Так, на нормале интересно, что враг движется быстрее, и у врага слух нормальный, обзор тоже нормальный, 5 жизней, 2 сохранения. Сложность, враг движется очень быстро. У врага широкий слух, также обзор, отсутствуют подсказки, и 4 жизни, 1 сохранение, фигарики. Окей, так что поехали, налегко, далее. Вы попадаете в заброшенный парк аттракционов. Ваша задача разобраться в происходящем и спастись. Оно вас видит и слышит. Следите за его передвижениями, прячьтесь под фургонами и кроватями, в шкафчиках и других укрытиях, чтобы выжить. Сохраняйтесь у игровых автоматов, исследуйте парк и узнайте всю историю. Поехали. Так, если вы знаете, что делать, больше просто воспользуйтесь подсказкой. Хорошо, если мы... Я не знаю, будем ли мы проходить эту игру, но мне просто интересненько на нее позырить, посмотреть. Сейчас игра начала набирать популярность. Давайте я сейчас по-быстрому настрою управление и вернусь. Так, ну все, ребятки, мы бегаем, в принципе, что у нас тут? Плакатики, в принципе, довольно-таки уютная комнатушечка, кроватка... Плакатики, так, узнаю, это вроде нечто, фильм, кстати, прикольненький, ну, в некоторых местах неприятный, ну, и этот, как его, «Восставший из ада», остальные я как-то не очень узнаю. Так, окей. Окей, сейчас, погоди, тогда мы сейчас, блин, окей, значит, кнопка R, и все, так, окей, пусть будет R. А, либо, хотя, погоди. Сейчас мы изменим ее на кнопочку Е. Это будет... Блин, вот это убери. Вот это поставь. Отлично. Так, окей, тут мы ничего взять не можем. Ладно, окей. Тогда можно спрятаться. Опа. Мы вовремя спрятались. Ёпсель-мопсель. Ты кто такой, дядь? Офигеть. Психопат какой-то. Походу клоун. По штанам видно. И по ботинкам смешным. Окей. Ты нас запер, что ли? Где дверь была открыта, я не проверял. Заперто. Опа, ключик. Давай возьмем. Взял ключ от детской комнаты. Окей. Это, я так понимаю... Инвентарь. Отличненько. У нас есть инвентарь. Ладно. Это вот так. Использовал ключ от детской комнаты. Вау. Ну вот это и наш парк развлекало. Куда комната делась? Ты чего творишь? Ладно, окей. Окей. Парк. Смертельный парк. Как-то так переводится. Welcome. Добро пожаловать в смертельный парк. Да, я тоже рад сюда попасть, в принципе. О, билетик. Возьми. Взял билет на аттракцион поезд. Окей. Train, boat, well. Так, train, это туда поезда. Boat, это лодки. Well, это я не помню что. Так, tickets, билеты. Ну вот... You are here. Мы тут. То есть, смотри, вот эта касса. Так. Карусели. Так, поезда. Администрация. Цирк. Карс. Машинки. Лодочки. Ну, Ferris wheel тоже. Не припомню, что. Food, lake, тир. Cinema. Так, короче, тут есть кино, еда, тир. И лейк какой-то. Тоже вот эти два слова не помню. Ну, в принципе, меня мой английский не должен подводить. Значит, поезда на третьем, сейчас мы определим. Это значит сюда. А, вот мы тут.
Да, все верно. Ладно. Окей, давай пока побегаем. Значит, мы знаем, куда идти. Вау, кстати, круто. А это что? Фу, какая-то тут мяша. Кстати, смотри, у нас это... как его? Стоит на воздухе. На воздухе. Вау, так мы еще играем главным героем. У нас тело есть. Вот это офигенно. Вот это круто. Вот это круто. Вот это просто на 5 с плюсом. Так, карусель. Опа. Окей, покрутили мы какую-то карусельку. В принципе, у нас по инвентарю только вот билетики. Ладно, окей. Пока убери их. Так. Тут карусели, это я понимаю, да? Окей. Машинки. Мы сейчас где машинки? В принципе, давай сейчас посмотрим парк развлечений. И потом я пойду к билетикам. Мне просто интересно позырить реально на парк развлечений. Ну, пока, знаете, ничего не предвещает беды. Пока все супер тихо, все отлично, все хорошо. Один. Окей. Погоди, что за циферка 1? Какая-то нить ведет. Погоди. Так. Погоди, что-то тут не так. Чё за 1? Это пароль от чего-то, да, мне так кажется? Или что? Так, что вы от меня скрываете? Давай-ка выкладывай. 13. 1, 3. Окей. Дальше поехали. Куда проводки ведут? Окей. Окей. Куда ведут эти проводки? 1, 3, 2. Окей, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Что же это могло такого? Так, пока все тихо. Что же это могло такого значить? Но я хз, так. Окей, тут фигня какая-то тоже. Так, перепрыгнуть мы не можем. Прыгать мы не можем. Окей. Мне что, показалось? Показалось. Фух. Ну, тут нам сказано про клоуна. Так что, в принципе... 1, 3, 2. Что, какие проблемы? Ну, вот мы по проводам ориентируемся. Так. Кажется, это для того, чтобы кормить пса. Я боюсь собаки, не пойду. Ой, ни хрена там рык. Не-не-не-не-не, в сраку такой. Фу, какой неприятный рык. Так, окей, мы можем прятаться. Отлично. Мы можем прятаться. Это просто шикардозненько. Что там написано? Вау, прикольный такой череп с костями и такой нос у него красный. Чего? Red, что-то не входи, что-то там опасненько. Окей, ладно. Кстати, мы вроде под каждой телегой можем прятаться. Это очень шикарно и хорошо. Так, окей, это что? Кажется, что тут было отверстие, которое зашили. Окей. Окей. Пока реально все тихо вроде. И все нормик. Здание. О, а вот и пароль. Заперто. 1, 2. Так а набери пароль. Что тебе мешает набрать пароль? 1, 3, 2. Блин, нам походу как-то надо код разгадать, либо что-то. Окей, будем сейчас разгадывать код. Окей. Так, я так понимаю, мы пришли к поезду. Да? Окей. Мне кажется, сюда что-то должно вставляться. Ну, понятно, что он сюда билетик должен. Вау, вот наш главный герой. Мы играем мальчиком, оказывается, никаким не дядей. What the fuck? Что? Вообще не очень понял. Чё за бред?
поезд куда-то упал в срань господню. Ладно. Ладно. Упал поезд и упал. Опа. Коняшки. Давай-ка зайдем. Ну и рожа у тебя, конь. Вот знаете, никогда не любил вот в таком плане аттракционы. Люблю американские горки, люблю там разные там. Вот не любил поезда, как-то не знаю. Вот мне нравится вот аттракционы именно. Так, это мы отсюда пришли. Ага. Там, значит, уже так круг навернули. Хорошо. Окей, как наверх забраться? Как ты думаешь? Как можно забраться наверх? Окей, давай сейчас, бро, бежим. Вот, вижу. Возможно, там есть четвертая цифра от пароля. Всегда же пароль четырехзначный, да? Все верно. Вау. Офигеть, а тут что? Выглядит очень старым, но может он еще работает. Ну, это реально очень... Это что? Подобрал слайд. 8. Циферка 8. Ребятушечки. Мы подобрали циферку. Угу. Угу. Окей, бро. Окей, все отлично. Мы подобрали циферку. Значит, идем туда. Так, мы вообще куда идем? Окей. Давай-ка вот оттуда и от поезда уже будем топать это. Да, немного напрягающая обстановка в этой игре, ну ладно. Так, а вообще куда поезд улетел? Вообще прям в никуда, прям реально? Ну-ка, давай-ка проверим. Не пойду туда, я разобьюсь. О, мы можем. Подобрал доски. Опа, вот и наш дядька вышел. What the fuck? Все, ребятки, у нас западня. У нас... Так, это что? Ну, в смысле ты не знаешь? 1, 3, 2, 8. Так, пока никто не идет за нами. Ты охренел? Ладно, тихо. Карусели, я помню, где это карусель. Это там где-то. Окей, бро, сейчас будем прочесывать все места, блин, потому что я реально не знаю, а чё нам делать. Так понимаю, нам надо еще сюда пробраться, да? Вот это что? Я не могу использовать это здесь, и тоже не можешь использовать это здесь. Тихо. Я так понимаю, когда мы подбираем доски, у нас... Погоди, нам что, фотографии надо находить? Ребят, нам, походу, фотки надо находить. Не-не-не-не-не, я на такое не... все, ребятки. Это... полный трэш. Окей, так, пока убери свой чертов инвентарь. Ой, ладно, окей, будем его вокруг пальца обводить, так как, смотри, он там бегает где-то. Блин, вообще не очень понимаю, чё он нас... Вот он где-то отсюда вот так вышел, вот отсюда нам показали. Окей, он уже обошел. Так, давай-ка проверим машинки. По-хорошему. По-хорошему я бы хотел бы удостовериться, что тут какие-то бумажки, мусора куча. И все, мне кажется, что это нам поможет каким-то образом. Но он там что-то фигарит так жестко. Наш дядька. Вроде норм. Окей, это что, заборчик? Отсюда выглядит очень ограда выглядит очень прочный. Он говорит: What the fuck? Ах ты ж ёпта! Ах ты, нахренеть! Ой.
Он меня поймал, ты ж там был. Охреневаю просто. Погоди, а что за подсказки? Вам нужна подсказка? Ну, давай, в принципе, подсказочку одну использую. Почините мост в парке с помощью досок. Почините мост в парке с помощью досок. Каких досок? Чего досок? Непонятно. Нифигарики. Так, этот говнюк, мне кажется... Так, у нас вообще инвентарь сохранен. Это очень хорошо. Мост. Мост, ребятки, мост. Где может быть наш мост? Ну я ж прятался от тебя, говнюк. Как ты меня смог-то заметить таким образом? Я ж вот так спрятался каким-то образом. Какие-то здесь мы не можем. Он вообще неожиданно появляется. То есть никакого звука вообще не происходит, когда он появляется. Непонятно. Мост, вот он. Мост? Этот? Применил доски. Подобрал бутылку с водой. Окей. Какую бутылку, от чего, я вообще не понимаю. Я реально не понимаю. Опа. Бро, смотри, что я нашел. Осталось сохранить текущий прогресс. Да, сохранить. О, круто, мы сохранились. Вот это круто. Все просто и идеально. Так, погоди, давай-ка проверим. Так, ладно, окей, не будем застревать в таких... Блин, непонятно, где он ходит. А реально этот клоун где-то ходит. Я даже не знаю. Ой, вот он. Тихо. Ты куда шуруешь-то таким? Вот он. Что-то ходит, непонятно, что ищет. Чувствуется, весь этот парк развлечений ему принадлежит. Реально. Клоун. Конечно, ребята. Вот это можно сюда? Использовал слайд. Окей. На днях на центральной улице сел такой вертолет и приехала куча военных машин. Зачем они в городе? На слайде написано цифра, надо бы записать. Окей. Цифра 8. Может, сейчас тогда откроется эта дверка? Я не знаю, кот охерел совсем. Просто охренел. Не знает он кода. Офигеть. Кода он не знает. Мы ж находили все остальные цифры. То есть после этого мы сейчас сможем запомнить эти все цифры, да, я так понимаю? Ладно, бежим к этим циферкам. Запоминать их. Так, нихера, здесь не пройдешь. Ладно. Можно тут вот так как-нибудь. Вот это цифра 2. Окей. Ух, я не знаю, я что-то сделал реально. Вот нашел 8, 3. Ух. Блин, ну там точно что-то хранится. Ух, вообще не понимаю, куда идти. Что идти? Вообще непонятно. Непонятненько, ребятки. Просто неизвестно. Ну, в принципе, вообще. В принципе, да. Ну, ребятки, я думаю, на этом мы закончим эту серию, так как, смотри, я пока не знаю, что к чему, куда. Пихать нашли мы какой-то слайд, бутылку, что-то еще, какие-то доски. Ага, короче,
Вот такие, ребятки, дела. Кому нравится, может, будем проходить, потому что, в принципе, игра довольно-таки интересна, плюс она еще на русском. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, и давай пока-пока.